договоритесь с разбивкой, идите все, ну еще что-то попрессия. Идем, я. Нет, что, самому сюда тащить сразу? Тащи. Разбивка, все не стесняются. Ну что, у нас численное преимущество, поэтому пусть начинает слабая сторона. Я так понял, что это была первоапрельская шутка. Это была первоапрельская правда. Итак, тема этого конкурса – правда жизни. Короче, тема субъективная и абстрактная. Скажем, правда жизни, так больше у нас вопросов. Итак, вопрос. Как может спасти от кризиса обычный зомби? Как может спасти от кризиса обычный зомби? Ну, если кризис вызван молоком и огурцами с 10 этажа, то никакой не спасет. Как может спасти от кризиса обычный зомби? Ну, если во время кризиса вас волнует именно этот вопрос, то не волнуйтесь. Вы уже спасены. Правдивые истории, да? Розовый пляж на синем пляжу. Куда я лежу? Думал, что этим вопросом на нас ответишь, но скажи мне, куда ты летишь? На синем пляжу. Куда я бежу? Да не там нету, я побежу. Продолжение сильно обратный вопрос. Один раз по 100. Это сколько? Что-то один раз по 100. Это сколько? Один раз по 100. Это сколько? Это 2 раза по 50. Один раз по 100. Это сколько? Как правило, по жизни. Женя, вот правдивая история, я вот недавно был в Чернобыле. Вот скажи мне. Чернобыльский ёжик – это фрукт или овощ? Судя по вопросу, это галлюциноген. Насрядно стрельцем. Да, я тут недавно был в Чернобыле. Вот скажи мне, ёжик – это фрукт или овощ? Молоко дает.
также звучит моя трения. Не гуляют девушки по Охи, мужикам туда я грузовик.